Судьи его! Путина суд! Судить Путина! Прочь от Украины, вон из Сирии. Кремлевские воры должны сидеть в тюрьме. Путин не Россия, Путин враг своего народа. Свободу крымским татарам, свободу украинским узникам Кремля, свободу всем политзаключенным. Путинских агентов вон из Германии. Путин – угроза миру. Путин – угроза Германии. Русланд wird frei sein. Freiheit für die Krim-Tataren. Freiheit für ukrainische Gefangene des Kremls. Свободу крымским татарам. Свободу украинским узникам Кремля. Nein zum Nord Stream 2. Я zu Sanktionen gegen russische Oligarchen. Россия будет свободна. Hände weg von der Ukraine. Raus aus Syrien. Руки прочь от Украины, вон из Сирии. Ну, преступления, которые сравнимы уже с гитлеровским режимом. Я когда узнал про изоляцию, да, в Донецке, я понял, что сейчас это абсолютно аналогично по характеру действий, по трагизму, как и в гитлеровской Германии, тогда это было раньше. Мы сейчас находимся в стране, которая проиграла Вторую мировую войну, но здесь демократия. А что у нас? И поэтому единственный наш враг, нас что должен объединять, это мистер Путин. Я очень надеюсь, что в ближайшее время это будет реализовано наяву. И мы его вытащим из бункера, привезем на народный суд, осудим и будем жить вместе. Auf der Welt. Schnüffle hier, ich schnüffle hier, schleiche rum, mein Kreuz, mein Quer. Meinen Ohren lang und weit, stets zum Horchen, stets bereit. Von mir geht kein einzig Wort, ich merke alles mir sofort. Россия будет свободной! Россия будет свободной!
Россия будет свободной! Россия будет свободной! Путина в тюрьму! Путина в тюрьму! Путина в тюрьму! Я справляюсь с этим планом. Да, это было, кстати, очень секундно. Спасибо.